And how many people have corona? Ой, спасибо. Извините. Я тут пытаюсь совладать со своим компом, блядь, пидорасом. Спасибо. Марина, зачем тебе тратиться? Расслабься, не надо тратиться. Хотя надо хотя. Давай, малыш, сохраняйся. Да, мне нужен человек в Сочи, который может мне, блядь, почистить ноутбук. Ну это же пиздец какой-то. Ну, если это... Просто это, если это стоит 1500, то мне это не интересно, потому что, блин, я его продам за 1500, понимаешь? Вот. Там, ну не знаю, близо 500. Потому что я спрашивала у одного типчика, он говорит, 1500 стоит по чистикам. Мне предлагали мои знакомые, блядь, но они в Поляне. И как бы там тоже, знаешь, они не такие уж близкие, там, знакомые, вот. Не знаю, смогу, ну, можно ли сейчас будет, уместно ли это будет там, позвонить там и сказать, о, я типа приеду к вам, так ты мне там поможешь ноутбук почистить. Как бы, в принципе, такое как бы возможно, ну, не знаю. Ну, это значит, это надо ехать в Поляну, это тратится время.